высокомощные пилы с большой кубатурой цилиндра. Вот солидное бревно для солидных господ, как говорится. Пилы мощные, увесистые, красиво, задавить можно. Мощные профессиональные пилы для тех, кому надо работать постоянно. Друзья, привет! Это канал Мастер Форум, с вами тестовая команда «Потребитель». Мы продолжаем нашу серию публикаций о садовой технике «Эвка». А сегодня третья серия о бензопилах. И здесь у нас уже представлены профессиональные пилы, те, которыми могут работать в том числе и вальчики леса. МТ-5200, МТ-6300 и МТ-6500. Вот здесь они, скажем так, заметно отличаются между собой, даже по внешнему виду, по каким-то мелким деталям. Где-то разная крышка воздушного фильтра. Здесь, например, она доступ к ней без инструментов. Здесь уже только откручивать винты, здесь защелки, но которые отщелкивать надо, опять же, штатным ключом. То есть без инструмента не обойдешься. Но в целом концепция – это именно высокомощные пилы с большой кубатурой цилиндра, все с декомпрессионными клапанами, потому что завести такое просто рывком тяжело очень. Предназначенные для длительной эксплуатации в интенсивном режиме. А для тех, кто не смотрел предыдущий материал и не сталкивался, напомним, что такое «Эвка». Это бренд итальянской компании «Ямак», один из немногих европейских брендов, которые остались еще на российском рынке. Ассортимент очень широкий, от триммеров до садовых тракторов. Бензопилы занимают большую долю ассортимента. Вот здесь вот представлены именно профессиональные пилы, которые даже сделаны в Италии непосредственно на заводе «Ямак». Первая модель МТ-5200. Двигатель объемом 51,7 кубика, это 2,5 кВт или 3,4 лошадиных силы. Шина 18-дюймовая, 46 см, цепь с мелким шагом 0,325, весит 5,4 кг. Следующая, МТ-6300. Двигатель 63,2 кубика, 3,5 кВт или 4,7 лошадиных сил, уже почти 5 лошадиных сил. Шина 18-дюймовая, орегоновская, 46 см. Цепь здесь уже 3/8 дюйма, весит 5,8 кг. И последняя, МТ-6500. Двигатель 63,4 кубика, 3,5 кВт, те же самые 4,7 лошадиных силы. Шина 18-дюймовая, 46 см, цепь 3/8, весит 6,5 кг. На всех пилах, причем включая предыдущие все серии, пильная гарнитура, шина и цепь производства «Орегон». И теперь чуть более подробно о каждой пиле, потому что в каких-то мелких нюансах они отличаются. Вот, например, 5200. Есть праймер, есть заслонка зима-лето для перевода в зимний режим. Крышка фильтра снимается без инструментов, откручивается винт. Есть декомпрессионный клапан. Включение раздельное, отдельная кнопка зажигания, отдельно привод заслонки. В целом, как бы, такой практически полный набор всего, что нужно. Ну, понятно, регулируемый масляный насос здесь тоже есть, он такой у всех. 6300. Здесь почти все то же самое, но здесь нет заслонки зима-лето. Вот здесь она почему-то не установлена. И крышка фильтра здесь на винтах, то есть надо откручивать ключом. 6500. Заслонка зима-лето есть, а нет праймера. То есть здесь придется дольше дергать шнур стартера для того, чтобы завести. Но, в принципе, профессионалы с этим знакомы давно, потому что пила на самом деле выпускается уже много лет. Пилы мощные, увесистые, 6,5 кг, это, в общем-то, нелегко. Здесь есть бревна, которые, ну, в принципе, могут подойти для этого. То есть, ну, даже самое толстое из этих бревен, это не совсем спички для таких пил, но так, на легкую-легкая закуска. Тем не менее, попробуем попилить, попробуем посмотреть, как они в работе, что какие-то выводы из этого сделать. Ну, начнем, естественно, с 5200. Пойдем-ка от младшего к старшему. Чувствуется, безусловно, она пилит вообще как будто не замечая даже этой нагрузки. То есть поднадавливаешь, не реагирует. Двигатель не теряет обороты вообще. То есть такой лес для нее это семечки. Есть чуть более толстая. Попробуем пилу 6300 в работе на нем.
практически на всю длину шины здесь идет нагрузка, пилит ровно, уверенно. Если давить через упор, тогда да, чуть обороты подседают, то есть надавить, задавить можно. Но делать этого нет необходимости, она сама по себе пилит весьма и весьма бодро. Вот здесь я не допиливал, потому что бревно зажимает по мере его проседания. Сейчас попробуем 6500 чуть дальше еще пропилить, и может быть удастся его выкатить сюда и распилить уже на куски, перевернув. Но его все равно зажимает, выкатывать его, если честно, не хочется. Нашли тут бревнышко получше, толстое, а с другой стороны совсем толстое. Вот на нем сейчас и покажем. Вот солидное бревно для солидных господ, как говорится. На всю длину шины и, пожалуй, даже больше, потому что вот где-то здесь и упрется. Вот это вот задача хорошая. Вот сейчас мы 6500 в этой работе и проверим. Красиво. Пилит. Пилит как надо. Ровно, уверенно, спокойно, эффективно. Ну, еще один пенечек для коллекции. Ну, я полагаю, этого более чем достаточно, чтобы составить впечатление на всю длину шины. Спокойно, уверенно, я даже поддавливал через упор, все равно грызет, практически не меняя тональность работы двигателя. Здесь мощности с запасом, береза свежая, хорошая, такая вот плотная, не гнилая, и она ее грызет весьма бодро. Вот это вот мощные профессиональные пилы для тех, кому надо работать постоянно, в том числе на лесозаготовке. То есть это целую смену, каждый день там, в течение всего сезона. Здесь и высокая производительность, очень высокая скорость пиления, здесь и эффективная вибрационная система. То есть здесь продумано так, чтобы работать не слишком уставая и свою работу выполнять быстро, максимально быстро, насколько это возможно. Здесь еще можно добавить, что у 6300 и 6500 у них штатно идут шины со сменными ведомыми звездочками. То есть это именно для профессионалов рассчитано, потому что звездочка изнашивается быстрее, чем шина, чтобы ее можно было поменять и работать дальше, не меняя всю шину целиком. Эти пилы для тех, кому надо работать, во-первых, ну, пилить крупный лес, в том числе, вот как здесь, а кому надо работать изо дня в день постоянно, то есть это профессиональные пилы уже для регулярного использования, в первую очередь в лесном хозяйстве. То есть для какого-то дачного хозяйства это, естественно, избыточно. Они тяжелые, они чрезмерно мощные, дома такие не нужны. А вот для тех, кто в лесу работает, альтернативы-то немного, скажем так, потому что те бренды, которые массово использовались в лесном хозяйстве, ушли. Вот. И сейчас на замену только вот разве что итальянский Ямак, в том числе со своим Эвко. И буквально раз-два наперечет, кто еще может предложить пилы подобной же мощности, вот с таким же функциональным оснащением, чтобы ими можно было уверенно работать в лесу и не выбрасывать через 2 недели эксплуатации. Надеемся, было информативно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Пока.